Извините, миссис Мун. Здесь было довольно шумно. Доброе утро, мистер Кэтл. А вы совсем другой в этом костюме. Что это вы пытались сделать? Я пытался подыграть оркестру. Ну, знаете, очень трудно играть одновременно на большом барабане и на тарелках. Тут непременно должны играть двое. Хотите, сыграем вместе? Право, я не знаю. Я обращаюсь к той миссис Мун, что купила себе красный спортивный автомобиль. Понимаю. А в банке убеждены, что вы нездоровы. Советник Хардейкер сказал, что у вас запой, а инспектор Стрит посоветовал мне не входить сюда, потому что вы явно не в своем уме. Но как только он ушел, я бросилась сюда, сгорая от любопытства. Они ничего не понимают. Кстати, я звонил мистеру Муну насчет вашей машины. Вы звонили Генри? Зачем? Я хотел узнать, подарил ли вам ее он, или вы сами купили ее? Но зачем вам понадобилось узнавать это? Когда инспектор Стрит сказал, что вы приезжали в красной спортивной машине, я подумал, каким образом у вас могла оказаться такая машина. Это так не соответствует моему представлению о вас. Или я ошибаюсь? Именно поэтому вы рискнули мне предложить сыграть с вами на угольном ведерке. Нет, если вы предпочитаете тарелки, пожалуйста. Да нет, я попробую на ведерке. Вы ведь все равно не успокоитесь, пока не услышите, как это получится. Боже мой, первые разумные слова за все утро. Как я рад, что заинтересовался вашей машиной. Вы помните начало? Честно говоря, не очень. Ничего, приготовились? Бесконечно вам благодарен, миссис Мун. Мне кажется, я целую вечность мечтал об этом.